Всем привет! Сегодня у нас будет обзор и прокачка героя Кенди на 12-й скилл. Где там наша Кенди? Вот такая у нас будет сборочка. Скилл называется «Сладкая месть». Наносит урон равный 260% от атаки. Троим случайным целям на поле боя. Снижая уровень энергии на 46. Повышает шанс уклонения двух союзников с самым низким показателем здоровья на 30% на 3 секунды. Встроенный ожог 8 уровня, кулдаун 5 секунд. Стоит бастион 8 с 8. Питомцем мы поставим ей. В принципе, тут без разницы, кого ставить. Поставим даже Джелли. Руны мы сейчас поменяем. Поставим рунами ремочку. Артефакт. Топор. Снаряжение у нее стоит передача энергии, которая увеличивает атаку на 20, также снижает атаку цели на 5%. Со созвездиями тут солянка, сборник идет. Так. Смотрим, какие у нас изменения при прокачке на 12-й. Вот Кенди. На десятке 260, 46 энергии, 3 цели, плюс 40% на 11, плюс опять одна цель, плюс 9 энергии, уклонение 3 союзника. То есть на 11 можно качать смело, добавляется неплохой бонус. На 12 у нас получается плюс 0,5% увеличение уклонения троих союзников. И растет снижение энергии на 65 уже будет, как райсик приблизительно. И урон плюс 40%. Жизни у героя очень мало, герой очень слабенький. Сейчас вам посмотрим. Вот его параметры. Атаки 9000 плюс 9000 бонусом. Жизни 125 плюс 140 бонусов. Скорость атаки 1200, скорость бега 224. Ну, в принципе, герой такой интересный, его кто мало кто использует, но его можно хорошо использовать на PvP локациях, таких как Забытая, например, там очень неплохо она смотрится, плюс она снимает энергию у всех. Бонус судьбы, как видите, пока вот такой вот маленький, там четверочка стоит. Давайте ее поставим. Даже давайте поставим слоника сюда. Заменить слон. Есть. Побежали, посмотрим в рейдах, что у нас будет. Она сразу же кидает автопрокер фактически. То есть, как видите, сразу же бьет. Бьет не только юнитов героев, а и здание. То есть фактически в таких локациях вы тут особо не увидите, потому что она бьет все подряд. Вот три цели у нас идет. Давайте ее в лабиринте потестим. Изменить. Так, я не понял. Вот она есть. Давайте ей поставим ворожея для отхила. У кого можно еще? Ну, давайте так, чтобы сильно много урона не было. Давайте седну еще так вот попробуем. Вот она сразу же бьет, снимает энергию. Конечно, герой не особо. Вот видите, на героях сразу же появляется такой человечек со стрелочкой. Это означает, что у них увеличено уклонение. Вот опять.
Ну, против такой пачки, как видите, даже справились втроем. Сейчас они Анубиса еще затащат. Есть. Ну, что, поехали. Качаем. Сейчас мы немножко нафармим золото и качаем на 11 скилл. Так, еще немножко и нам хватит. Так, можно отсюда зайти. Ну, как видите, кулдаун 5 секунд, не так уж в принципе и много. Так, побежали. Улучшить. Да, золота не хватает нам, окей. Еще дофармим. Так, есть. Теперь у нас должно быть 4 цели. Смотрим. Вот. Вроде 4 плюшки полетело, что-то не увидел. Не? Да, 4 летит. Уже летит 4, плюс одна звездочка у нас появилась над ней. Сейчас она всех их раздаст. Видите, ожог срабатывает, ее не так просто убить даже. Плюс слоник. Ну тут слили, конечно. Так. Давайте опять в лабиринте посмотрим. Уберем ворожея. Как думаете, смогут затащить? Я думаю, смогут. Вот смотрите, она повышает уклонение. Сейчас, ну, усидно, давай, тащи. Ай, в стан попала. Реснет? Успеет или нет? Не успела. Не успела, жалко. Так, ну-ка, еще ищем пачку. Ну вот ожог плюс уклонение повышенное. Если ее еще надо будет переролить созвездиями уклонения, в принципе, неплохо будет смотреться. Даже танчить может, как видите.
Так, есть. В принципе, неплохо уже. Ну, давайте докачаем до 12-го. Так, не хватает там немножко значков подсчета. Сейчас мы это исправим. Ну и все, последний. Так, есть. Есть. Вот она уже 12-й. Смотрим на нее. Что у нас тут поменялось? Ну, как-то вот так вот. Увеличилась у нас бонусом. Увеличилась жизнь у нее. 12-12, 340, 4,65 энергии. Побежали по тесте. Против Накроса, конечно, мы тут не затащим. Нереально. В принципе, можно этот шот не делать. Чё я парюсь? Потом обновим. Ну так, урон вроде ничего. Как хорошо уклонение повышает. В принципе, вот так вот. Давайте еще в рейдах затестим и на экспедиции посмотрим. Так, только не на таких. Вот где-то на таких. Вот 4 бомбочки летит. Ну, урон неплохой, судя по всему. Ну, немножко хранителю там прилетело. Да. Вот так вот. Ну, давайте еще разок. Потом, возможно, когда-то сделаем полный обзор. Где применять, как применять. Так, ну. Давай, тащи. А у нас тут даже магии нет. Сейчас опять хрон ушатает. Ну, 37 тысяч по хранителю прилетело всего-то. Фигня, короче. Вот такой вот герой. Если вы его используете, есть смысл прокачать на 11. На 12 качать смысла особо нет. Хотя, в принципе, если вы уверены, что она у вас работает в той же самой забытой битве и успеет снять энергию, то почему бы и нет? Я прокачал, потому что мне надо по максимуму все качать. Все, пишите комменты, как вам такой герой на 12-12. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.